сам в воду вхожу. Гамбузята. Вьетнам. Гамбузята. Что за бутылка? Кто-то что-то поставил? Да, вон веревка стоит. Это две бутылки. Там идем с очком. Большой-большой секрет. Казаки. Сюда? Здесь мутняк. Ну и ладно. Так ты идешь вперед, ты зашугаешь ее. Че? Мне спина идти? Не, я позакинуть закинул. Пускай позавидует. Заходим. Вот он, наша Балтийская. Северобайкальск. Северобайкальск. Лишь бы телефон не уронить. Как классно. Идем дальше. Дальше идем. Коровы идут. Коровы. Подождем, пока уйдут. Или им навстречу идти. Наверное, одна корова идет. Какой? Я коровам иду. Ух, уже глубоко стало. Хуся. Я снимаю видео, а ко мне навстречу корова идет. Вообще круто. Появилась из каких дебрей. Сейчас что еще появится? Чего нас еще ожидает? О, как
рыбак. Ты что-то мерзнешь, что ли? Нифига. Да фото с коровой. Тебе надо было сфотографировать. Дальше идем. Круто. А здесь уточки бывают. Что, клюет? А, Хусен, ты говоришь, мы не в ту сторону пошли? Да. Что, туда идти? Там, наверное, глубоко. Сейчас посмотрим. Огородное пугало. Морское пугало. Еще что-то идет. Что, наверное. Что, ждать здесь? Нифига. Иди сюда лучше. Большая корова. Она из... Они твои палки боятся. У них у каждого еще номер есть на ушах. 7511. Слышишь? Угу. Точно чип. Это не просто номер, это чип. Там я увидел, прям как чип есть. Да. Это столбы. Бычок. Давай его пропустим. Там еще корова. Видите? Ой, что-то испугался, что-то. Здесь идти. Лишь бы на острое что-нибудь не наступить. Не, не надо гнать. Он сейчас сам пойдет. Просто у тебя палка, из-за этого он боится. Нифига, куда мы ушли? Еще одна корова. Надо было все-таки туда пойти, да? Да. Это бычок. Он
конкретный бычок. Ух ты. Весь покусанный. Видишь, он тебя палки испугал. Твои палки. Нифига. Грамузята. Че, в какую сторону по нему? В эту? Ух ты, что это такое? Ух ты. Нырнула. Нет, какая-то штучка, я первый раз. Вот рыбки. Это мы так продвигаемся к реке. Еще коровы. Еще две коровы напугали меня. Точно, вон там. Аж сердце ёкнуло. Да. Ты... Куда я тебя привёл? Пришли на рыбалку. Под ногами рыбок, видишь? А, я шугаю их, что ли? Ну, пока такие мелкие. Да, гамбузя такая. Мальки. Анекдот? Анекдот. Куда я тебя притащил? Ты сказал, что здесь хорошая лунка будет. Я? Нет, 5 островов, нет. И там я хотел лунку найти. Но пока мы еще даже на первый не дошли. Вот я тогда шел и говорю. Я просто тогда... Нет, я не испугался. Я испугался, что ты меня потеряешь. И я до 5 острова дошел и вернулся. Это с тобой вдвоем на бюджете. Тебе уже страшно? А что страшно? А что страшно? Это же наш край. Раньше же плавали. Нет, плавать-то там мы плавали, этого берега. Нет, мы плавали, мы заходили на острова. Это... Нет, не сазан. С этим... Как их звали, татарины? Ришат. Ришат, да. И еще кто-то. Ридван, или нет, Рамиль, что ли? Ну что-то такое, понял, да? Вспомнил. Вот, мы только на первый остров пришли. А их еще 4 или 5.
Так, вон еще. Сейчас. А там река далеко. Так вот. Оттуда мы спустились. Только сена нет. Это я все еще 15 минут записи. Да, чтобы назад потом найти дорогу. Колючая, осторожно. Трава колючая. А, колючка. Все сухое. Так, как бы нам к воде выйти? Сказка? Да. Так, вот лягушки прыгают. Ой, блин. Так. Так, это у нас. Идем. Вон. Хусен боится. Говорит, куда ты меня завел? А здесь он по камышам идет. Слышь? Что? Можно подпись поставить. А смог бы ли ты пойти по дебрям? По дебрям. Недостаточно грязь. Памяти. Смена? Так, ну ладно. Ой, блин. В грязи. Сохрани на Яндекс здесь. Не, потом это много сожрет здесь. Интернет? Да. Вот второй остров. Только потом найдем мы с тобой выход. Я говорю, я тогда шел только ориентируясь на горы. Не, не надо. Что ты можешь оставить? Вещи у меня. Кроме своей удочки. Так. Вот второй остров. Я тебе говорю, я их пять шел. Мы? Второй вроде бы. Сейчас третий. Сейчас, подожди, я что-то утонул. Ух ты, здесь как глубоко. Чуешь? Сколько грязи, фу. Полезная грязь. Микроэлементы. Так. Мути соли. Вот. Это третий остров. Второй же, говорят. Нет, второй там маленький был островок. Один. Большой. Это вон оттуда мы пришли. Дальше идем. Ох, что-то выключу. А, нет. Недостаточно памяти пишет. О, давай вон туда пойдем. Может, вон там, видишь, длинные камыши. А? Вот это вот как-то называется дерево. Не знаю. Арча? Да нет, это не арча. Это как-то другое, какая-то другая. Вернее, кустарник, а не дерево. Так. Долго шли, и вышли.